Всем привет, дорогие друзья, с вами Федя. Сегодня я хочу для вас записать распаковку ноутбука. Мне пришел комп наконец-то. Блин, капец, я рад. Теперь наконец-то я смогу нормально снимать видео, смогу вернуться к разработке игр своих. Это просто капец. Ну что ж, погнали до анбоксинга. Так, ну такая большая коробка пришла. Ножичек. С какой стороны? Опа. Еще одна коробка. Коробка в коробке. А в ней, наверное, еще одна коробка будет. Здесь тоже скотч. Так, снял я этот скотч. О, уже видно. Уже видно эта скотчная штучка. Так, инструкция, да? Какой-то конвертик. Там куча гарантий, инструкций. Это важная бумажечка. Ее выкидывать ни в коем случае не буду. Опа. Ай-яй-яй. HP. Так, что ж. Вот он, красавчик. Так. Так, стоп. Ага, это вон вот с этой стороны. Опа. Вау! Ryzen 5. Ой, аналог 11-го поколения, вообще класс. Так, что тут еще? Еще тут Nvidia GeForce GTX. По-моему, 1050 Ti на 4 гига. Что это даже лучше, чем наш старый компудахтер. В общем, класс. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Ждите новых видео. С вами был Федя. Всем удачи и всем пока.